Приветствую вас на канале Timelapse Game. Продолжим игру. Идет 50-й день. В данный момент я произвожу фильтры и терморегуляторы. Вроде пока у меня ничего не готово. Да. Один я уже очистил. От врагов мне остался один враг, но я его не нашел. Поспим пока. Готово. Один набор. Пойдем в следующий отсек очищать. Это нижний правый. Биосфера. У нас тут 41 враг, ориентировочно. Фильтры у нас наверху устанавливаются. Сразу пойдем туда. Нужно собирать все материалы, чтобы производить новые фильтра и терморегуляторы. Включим свет. Куда-то убежал паук, видимо, наверх. Мне бы, конечно, лекарство произвести. Я не помню, смотрел я его или нет. Видимо, мне чего-то не хватило. То я уже как-то к нему привык, чтобы постоянно не оборачиваться за спину. Осталось 16% окон. И не люблю узкие пространства. Такие вот, как в туалетах. Тоже из любого угла могут напасть. Еще один враг остался, как и в прошлой локации. Надеюсь, он здесь. Да, он здесь. Все, тут ноль. Распространение добавилось 5. Это из-за этой сферы в казино. Все материалы мы вроде собрали с пола. Можно зачищать следующую территорию. Посмотрим, что нужно для лекарства. У меня, в принципе, все есть. Запустим производство. Пока что идем дальше. Комплект у меня готов. Сейчас идем в инженерный отсек. А нет, научный. Слева. Сверху. Сразу узкие территории. Тут чисто. Здесь чисто. Здесь не чисто. Всюду грязь. Снизу. Никого. Ладно, сейчас, наверное, молча пробегусь по территории. Тут у нас поезд, на котором мы приехали из убежища. Проверю, можно ли на нем вернуться обратно сюда. Фильтр один тут у нас, кислородный. Тепловой у нас справа будет. Здесь у нас никого. О, дверь. И тут даже света нет, видимо. Или что это? Я активировал поезд, видимо. Да, на него можно сесть. А я не хочу... А он, видимо, автоматом отправит меня. Но на меня скоро нападут. Я бы не хотел туда отправляться. Тем более он летит туда или едет очень долго. А мне еще обратно возвращаться. Может быть, пробежаться, собрать лут, раз мы тут. Врагов тут особо быть не должно. Я большинство убил. Хотя все равно встречаются часто. Закрываю дверь. Это неожиданно. Выползает на меня. Почему-то я не помню, все ли я собирал здесь. Но ящики пустые, а двери не закрыты. Хотя я думал, что это уже конец игры. И особо не думал о сборе, что я сюда когда-нибудь вернусь. Тут у нас будут фильтры с обоих сторон. Уже будет сюда возвращаться тоже. Да и сюда тоже нужно будет возвращаться для выхода. Откуда вы тут появляетесь? Даже вещи какие-то есть. Мне хоть предупреждали, что распространение будет быстрее, чем обычно. Ну как-то уж слишком быстро. Или ты пришел отсюда за мной?
Все двери мы закрыли, какие не нужны нам. Ведущие в пустые комнаты. Лекарство готово. Можно попить. Тут закрыть дверь. И ему нужно в туалет. Почти сломался мой пистолет. Ему очень нужен туалет. Тут у нас есть же туалет, да? Да, есть слева. Вот сейчас заберем терморегулятор и добежим до туалета. Снизу слева. Хотя, сейчас добежим до базы. У нас еще много врагов осталось. 27. Сейчас добежим до базы. Сходим в туалет. И вернемся. Добить оставшиеся. Наверное, поедим, поспим. Скинем все вещи. Собранные. Биоматериал. Фильтры старые. Я почему-то перестал заражаться. Хлам переработать. Готово. И хлам скинуть вещи. У меня пистолет сломался. Закинем его пока в ремонт. Можно все три. И пойдем спать. И заражение пошло. Хватит спать. Забираем пистолеты. Или пока просто пробежаться по всем районам и втыкать фильтры. Давайте три штучки сделаем. И три терморегулятора. Там где какая-то шкала наполнения. Там что-то говорили про сутки. Может, если сутки прождать, они начнут сами умирать. Надо попробовать. Будем, значит, просто заменять фильтра и все. Собираем компоненты. Особо никого убивать не будем здесь. Ох, сколько вас много-то здесь. О, попали. Все, и возвращаемся на базу. Ставим тут толпу зомби. Сейчас пойдем на территорию, которая распространяется. Это казино. Переработаем материалы. 55. Но уже почти полная. Даже интересно, успею ли я до нее доехать до полного заполнения. Вроде успел. Идем на 4-й этаж. Надо было лекарство забрать. Ну да ладно. Что уж. Надо хоть кого-то убить, чтобы уменьшить заражение. Идем на лифт. Он у нас справа снизу. Как я помню. На 4-й этаж. Фильтр у нас в крайнем левом углу. А, нет, я же в крайнем левом. Тогда они внизу, подо мной. Один тут. Кислород. И идем на 5-й этаж. Давайте тут кого-нибудь поубиваем. Для профилактики. Достаточно. Идем на 5-й этаж. Проверяем периметр. Там вот никого. Так, нам по коридору и налево. Все. Вроде все. Всех перебили. Теперь молекулятор сюда втыкаем. Здесь мы закончили. Идем обратно на 1-й этаж, на 0-й, обратно на базу, там еще надо с энергией разобраться, реакторы сделать, но для них нужен металлический состав. Так, зарядим аккумуляторы, заберем лекарство тоже, и еще один готовится терморегулятор. Переработаем старое. Для реакторов мне нужен реактор у меня снизу. Физический состав по 50 и кассандриум.
Второго у меня мало. Надо произвести. Добыть. И с последним по 13 часов. 3 штучки. 50. Может быть, можно что-то тут переработать? Немножко. И растение. Терморегулятор готов. Я, наверное, его сюда тоже воткну. На всякий случай. Это справа у нас. Говорят, что сюда не надо, но вдруг тоже поставим. Фильтры заменили. Но знака тут не появилось, что фильтры стоят. Запомним, справа сверху у нас 34 заражения идет процента. Снизу 3. Враги появились, был всего один, сейчас 3. Поехали в сквер. Выбьем лекарство заражения. Ставим все лекарства. И на 3-й и 5-й этаж. Лифт у нас справа. 3-й этаж. Кислород у нас враги. Снизу слева. И налево. Кислород. И на 5-й этаж. Нам нужно вниз. Здесь мы закончили. Идем на 0-й этаж. У нас еще вроде один набор остается. Можно еще куда-то слетать. Например, сюда. В плазу. Да, еще один набор есть. Нам на 4-й и 5-й этаж. Колем препарат. Лифт у нас справа. Сверху. Ногов нету. 4-й этаж. Мы находимся слева. Нам надо наверх и направо. Кислородный фильтр. Возвращаемся на лифт. Опять его в сон клонит. На 5-й этаж. Мы внизу справа. Нам надо влево и наверх. На лифт и домой. Вроде правильно бегу. Да. Возвращаемся на базу. Отдаем пистолеты в ремонт. Производим еще фильтры и регуляторы. И отдаем биоматериал на переработку. Подзарядим аккумулятор. Пистолеты в ремонт. В принципе, всего один пистолет в ремонт. И старые фильтры. Переработку. Вроде мы не производили. Нет. Запустим производство. Нам еще надо много. И посмотреть, какие нам еще нужны ресурсы. Кислородный у нас все хватает. Всего хватает. Тоже 3 штучки сделаем. А тут у нас... Ну, лук мы производим. Тут тоже, в принципе, всего хватает. 3 кислорода, 3 терморегулятора. Лук перерабатывается. И, наверное, параллельно запустим производство реакторов. Хотя бы то, что есть. Ну и, конечно, оставить немножко состава. Но совсем немножко для фильтров. Все очередь заполнено. Едим, пьем. Спим. И дожидаемся 3 наборов. 3 фильтра готово. И почти 3 регулятора. Регулятор еще не успел произвестись. Но заменим реакторы. Все. Терморегулятор готов. Из комплекта. Интересно, когда у меня фильтры в рюкзаке, как будто не умирают. Заражение у меня есть. 1%. Просто я
Они были посередине экрана и исчезли. Видимо, так и должно быть. Такая у них анимация. А я подумал, они умирают. Если фильтра обеззараживающие с собой таскать. Здесь четвертый, третий. Все, у меня трясё успело произвестись. Заменю красненький на какой-нибудь получше. 1700. И все. Старый переработаем. Полетели. Обеззараживать остальные районы. Регенератора, реактора. Попробуем подключить. Если мне должно хватать на этот район. Да. И идем в отель. Да, идем в отель. Взяли. Ловим лекарства себе. И идем на 4-5 этаж. Лифт у нас слева. И у нас слева сверху. Установка фильтра. Чисто. Сразу заменили. Идем на 5 этаж. Сначала на лифт. Вон у нас справа. 5 этаж. Нам нужно... А прямо здесь, снизу. Сюда нам и нужно. Регулятор мы заменили. Возвращаемся на 1 этаж. На нулевой. И летим. Ну, наверное, больше мы никуда не летим. Возвращаемся на базу. Прошло уже почти час записи. Ближайшие точки мы 4 захватили. В начале следующей серии мы посмотрим, что произойдет, когда... Я, может, сейчас поспим, чтобы понимать, что будет дальше. Что будет с ближайшими точками, районами, где эта зеленая полоса заполнится полностью. Зеленая? Да, зеленая. Будем спать по максимуму. Заменим 3 реактора. Переработаем биоматериал. Энергии сейчас довольно много. Но мы все равно заполним все реакторы новыми. Старые фильтры переработать. И реакторы старые переработать. Новые фильтры нельзя переработать. Хотя да, это бессмысленно, если это цель игры. Тут у меня 4 производится. У меня сейчас 2 комплекта. Мне надо... Раз, два у меня есть. Еще много. Надо запустить, чтобы не простаивало. Всего у меня достаточно. Тоже по 3 штучки. И терморегуляторы. Тоже по 3 штучки. И идем спать. Тут не показываются проценты. Сколько это? О, заражение набирает свой оборот. В процессе смотреть нельзя. Ну, поспим по максимуму. Раз фильтры произведутся. Чтоб потом не возвращаться на базу. Просто с точки на точку ездить. Да, тут непонятно, сколько нужно. Полностью надо, чтобы она соединилась или нет. Пока 7, тут 37. Да. Все у меня вроде есть. Лекарства есть. Потом реакторы заменю оставшиеся. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Поддержите канал. До свидания.